Музыка Олега Иванова «Листопад». Поет народная артистка Грузии, народная артистка Российской Федерации Тамара Гверцители. За рекой ночью листья шумят, притаилось тепло у земли. Мы как листья, что с ветром летят, что друг друга еще не нашли. Встречи хранит как талисман. Теперь
теперь вот редко очень в Москву ты мне звонишь, исправить что-то хочешь, вздыхаешь и молчишь. Теперь вот редко очень в Москву ты мне звонишь, исправить что-то хочешь, вздыхаешь и молчишь. У золотого фонтана дружбы народов былой, у золотого фонтана мы повстречались с тобой. Мы все равно, как брызги эти колки летят в лицо весны, как будто бы осколки от сломанной страны. Но мы ее по капле однажды соберем, и счастье, что иссякло, опять себе вернем. Но мы ее по капле однажды соберем, и счастье, что иссякло, опять себе вернем. У золотого фонтана дружбы народов былой, у золотого фонтана мы повстречались с тобой. У золотого фонтана нас развели, как в кино. У золотого фонтана встретимся мы все равно. Очень обрадовалась нашему дуэту с Тамарой, и песня вот так жива по сегодняшний день. Я думаю, что вот мы стоим на сцене, представители всех дружных народов. Я думаю, что еще бы 13, но мы смогли передать, наверное, ту
нерушимое то, что есть между людьми, а это музыка, любовь и воспоминания. Спасибо большое еще раз. Как видите, мы живы. И спасибо за это всем. Счастья и здоровья. Тамара Константиновна. Спасибо.